Тут моя сладость спит. Туман, смотрите, какой. Доброе утро, ребята. Это снова я снимаю влог. Ну, как бы влог. И сейчас уже 9 утра. Я иду на работу, и сегодня я впервые выспалась, потому что я вставала после каникул, после того, как начались каникулы, каждый день в 7 утра, а сегодня встала в 8, и это просто кайф, ребята, цените сон. Вот, а я уже собираюсь на работу и уже выхожу, так что не знаю, до встречи когда. У меня сломался планшет, да, и я не могу никому ответить ни в YouTube, ни ВКонтакте, ни в Инстаграме. В общем, полная жесть, мне очень обидно, и я для этого и работаю, как бы, чтобы... Мне наконец-то появился телефон. И еще я хотела сказать, что работаю я весь день, каждый день. И сегодня уже предрождественский вечер. Сегодня мало кто хочет работать. Завтра Рождество. Надеюсь, меня не заставят работать. Хотя они не могут меня заставить, так что... Вот, я откажусь от работы завтра, потому что Рождество. И уже после Рождества, сразу же в 5 утра, я улетаю. Ребят, я уже на работе, так как сегодня Рождество. Ну как Рождество? Начало Рождества. Очень, только утро, уже все просто в шоке, все бегают, носятся, очень шумиха. И очень много дел, так что вряд ли я буду брать камеру сегодня. И возьму ее уже вечером, покажу, как мы раскрываем подарочки. Все, ребят, я безумно-безумно устала, и у меня что-то ужас какой-то на волосах, на голове, в общем, полная жесть. Я вот иду по магазину, уже в другой магазин рядом зашла, думаю, может, что-нибудь куплю красивенькое, но что-то ничего нету, и полки просто, смотрите, пустые. Так что я еду домой праздновать Рождество, только я безумно устала, не представляете даже как. Короче, ребята, все, я пришла домой с работы, и дома так хорошо, тепло, камин. И красота. Я сейчас буду открывать подарочки. Я просто шикарно сижу. Да, смотрите, теплые носки, теплые штаны, толстые ноги, и кровь оттекает от ног. И да, красота здесь. Сейчас в общем, ребят, из прошлого видео про конкурс я еду в Нью-Йорк. Я еду туда по делам на всего лишь там пару вечеров, два вечера. Но все равно это город мечты, большой город, новогодний, рождественский. Я хотела бы, чтобы там был снег, но вряд ли он там будет. Но все равно просто Нью-Йорк моя мечта, так что это будут классные два дня. И я обязательно буду снимать видео. И улетаем мы уже следующей ночью, то есть Рождество. И после Рождества мне придется вставать в 4 утра, чтобы ехать в аэропорт. Но я сегодня очень рада. Мы сделали очень много-много-много подарков. Даже не сказать, что тут всего лишь живут 3 человека. Там еще подарки сзади. Здесь еще куча все навалено друг на друга. Здесь даже возят подарочек от меня для собак. Мы открываем подарочки. И Лилис даже покушал. Вот такие ступки. В общем, вот этот айпадик прекрасный, мой прекрасный айпадик, новый теперь. Ну, наш. Yes. В общем, и он очень большой, и мне кажется, он такой же золотой, и он выглядит точно так же, как мой, на который я сейчас снимаю, только мой мини, а этот большой.
такие дела. Теперь у него новый айпадик. Вот все мои прекрасные подарочки. И, конечно же, мой любимый подарочек. Это вот этот. Шучу, вот этот. Маленький, смотрите. Это он вас любит так. Так же, как и я. И да, ребят, лучшее, что можно сделать. Просто коротко о том, как я собираюсь в Нью-Йорк. Самая теплая вещь, что у меня есть, это вот это, ну, правда, что не смотреть, это я просто меряю. Но вот эта кепка, мама мне подарила наушники, самое теплое пальто, которое у меня есть. И, короче, вот, я еще не собрана, вообще мы еще не собирались, а выезжать уже скоро. А завтра Рождество, и завтра будем праздновать, так что времени нету, но жизнь насыщенная, мне пока нравится. Хотя я чуть не заболела сегодня, так ужасно на работе, было тяжело. Еще смотрите, какой у меня свитерок. С ёлочкой. Вот так вот я выгляжу, ребята. В общем, да, вот такие у меня подарки получились. Так мы встретили канун Рождества. Завтра будем праздновать само Рождество с друзьями, с ужином и все такое. И завтра я буду собираться. Теплые вещи, потому что в Нью-Йорке сейчас где-то 1 градус. Бывает даже до минуса доходит. Я так хочу снег, я так скучаю по снегу за 2 года. Я так соскучилась, даже не представляете. Ну, увы, вряд ли будет снег, и даже, скорее всего, будет дождь, поэтому я беру свой огромный плащ, потому что, ну, все-таки, знаете ли, не дома же сидеть, правильно? Вы можете меня видеть. Настоящий блогер. Чек. Не знаю, показала ли вам эти носочки, но это лисы. А еще я безумно сильно устала. На работе сегодня очень-очень-очень-очень-очень-очень было тяжело. Но, слава богу, я теперь беру завтра выходной, потому что завтра Рождество, я не хочу работать. Я сказала, не, простите, я не буду работать. Послезавтра я лечу в Нью-Йорк. Послезавтра я в Нью-Йорке. И послезавтра я прилетаю рано утром, и, возможно, я пойду на работу. Но, надеюсь, нет. Вот такие дела и вот такие носки. А еще, ребята, я хотела вам сказать, что в последнее время я очень мало общаюсь там близко, именно, знаете, с друзьями, там, с знакомыми, я особо ничего о себе не рассказываю. Только на видео, но их особо никто не смотрит, и мне это даже нравится иногда, потому что я выговариваюсь, и получается, не знаю, легче.